Сегодня нас ждет большое приключение. Пришло время, чтобы перепрыгнуть через время. Поэтому смотрите, учитесь, действуйте. Здравствуйте, друзья, с вами Чеширский кот и Алекс. Хотите, мы покажем вам местную свадьбу? Давайте покажем. Вот мы уже снимаем ее. Да, уже снимаем. Давно. Смотрите, ребята, у соседей свадьба. Вот, смотрите, как интересно. Вон, видишь, пожарная, полиция. Почему-то, я не знаю. Автобус с гостями. И вот, смотрите, в этом доме свадьба. Вон, видите? Оркестр живой. Интересно. Надо перейти через дорогу посмотреть. Потому там с той стороны снять, потому что, наверное, не очень хорошо видно. Зачем пожарная? Это, наверное, может пожарная. И полиция. Не, пожарная, наверное, выходит замуж, женится. Ну, может быть. У нас же так уже. А может быть и так. Вон, видите оркестр? Ребята сейчас только что играли. Супер! Вот в этом доме они, свадьба. У них все это штаны одинаковые. Ага. Ну это как группа. Они в одной одежде. Видишь как. Интересненько. Так у нас. Вот, едут, приветствуют, смотрите. Все друг друга знают здесь, в деревне, да? И все приветствуют. Вон, видите, как прикольно. Сейчас они все сядут в этот автобус и поедут справлять, наверное, да, куда-то? Или как там у них, я не знаю. Раз с коронавирусом, может быть, нет. Я не знаю. Смотри, как торопится. Ага. Вот, смотрите, я могу поближе подойти, вот, показать вам, в каком доме свадьба. Вот в этом, поближе. Вот в этом домике. Вот тут живут они. Молодожены. Ну все, пойдем. А то мне скажут, что я тут снимаю. А вот два шарика отлетело, видите? Котик реагирует на них. Вообще-то не очень реагирует. Он вообще ушел. Мы ему принесли специально отсюда. Ну и ворота автоматически. Да. Вон, смотрите, ворота закрываются. Сейчас шарик лопнет. Ой, шарик лопнет. Или не лопнул? Нет, все, отцепился, не лопнул. Вот, поддержали его, видите? О, интересно, да? А того чувака не пустили. А почему? Да нифиг. Почему его не пустили? Там же можно как-то проехать. А, нет, на перерез он, пожарка встала, смотри. Кот увидел шарики, вот два отлетело, и он подходит. Интересуется, что это такое. Вон, смотрите, кому интересно. Сейчас посмотрим, как он будет реагировать. Вон, смотрите. Его пугают машины. Так он, видите, смотрит. Ой, все, потерял интерес. Давай быстрее переходи через дорогу. Котик. Это хозяйский котик наш. Ой, ты ласковый. Ой, ты мягенький. Ой. Ха-ха, котик. А вот наши подъехали. Ну все. Поехали мы. Вон, видите, там праздник. А после
свадебной церемонии мы поехали на закупы. И вот смотрите, вы эту площадь уже видели. Здесь Кауфланд, ничего интересного. ЦЦЦ, Росман магазин. Потом там спортивный еще магазинчик. Детский, игрушки, одежда. Ну, вот такой, да? Это вы уже все видели. А вот, смотрите, как делают озеленение. Так, это такая как бы... Подстилка. Да, я не знаю, как это назвать. Это. Что это? Ограждение. Сюда будет насыпаться что-то. Вот, смотрите. Делается чтобы такое пластиковое ограждение. Там земля внутри. А сверху какая-то... как это можно назвать? Что это такое? Подложка какая-то, подложка, что да. ли, я не знаю. И вот она, видите, через нее вот растение. И вот она длинная-длинная. Вон там садят, смотрите. Придали контур. А, вон как, смотри. Сначала садят в горшки, потом туда в землю. Пойдем поближе, подойдем. Да? Ну, как это? Сюда еще будет земля насыпаться. И сюда, наверное, сверху не земля, а камешки вот эти вот декоративные. У них нету открытого грунта, чтобы грязи не было никакой, когда дождь идет, чтобы это все не развозилось, как у нас делается. У них вот как. Вот, смотрите. Нет, давай пойдем. Ну и что? Как же мы тогда покажем, если мы туда не пойдем? Короче, я не пойду. Алекс скромный у нас вообще. Он переживает, что вдруг нельзя. Это кот везде лезет, куда не надо. Так, вот смотрите, видите? Подожди, вот видите, берут горшочки. Туда садят сначала вот желтые цветы, видите? Потом вот это вот растение. Потом маленькие туечки, вот три вида, да? Вот смотрите, а потом закапывают туда вниз. Вот, под эту подложку. Вот как делается. Вот видите, никто не против, работник не против, который это делает. Вон он там по всему периметру будет. А вот здесь камни, смотрите, вот этими камнями будет сверху насыпано, наверное. Вот с той стороны уже сделано. Пойдемте, вам покажу. Вот там уже закончили это делать. Сейчас все вам покажу. Так. Вот, смотрите. Вот так будет засыпано. Вот как. Сверху камешками. На эту подложку. Вот, видите, как делают? Вот так. И дальше. Вот, эту сторону уже вот доделали с той стороны. Вот, видите, тачка такая с камешками. Лопата. Вот так это будет. И вот та сторона также. Все. Понял кот. И вы поняли теперь. Вот так. Наверное, у ребят закончился рабочий день. Вот, видите, как будет? Вот так вот. Интересно, да? Ну ладно, пойдем мы в Кауфланд. Мы для этого сюда приехали за покупками, на закупы, на неделю продуктов купить. Вот смотрите, мы зашли в Кауфланд. И тут вот смотрите, доска объявлений. Здесь предложение по продаже. Тут я не знаю. Так, шукам, это ищу. Так, шукам мешкане 2-3 буковеза. Он ищет квартиру 2-3-комнатную на Конских. И номер телефона. То есть очень много здесь объявлений. Я читаю плохо и медленно. Пока я буду вам читать, это будет затяжное видео. Так, да. А это оферта. Оферта — это предложение. А вот сюда можно сдать батарейки, просто кинуть батарейки. Да, вот сюда можно сдать батарейки. Батарейка закончила свое действие у вас. Можно прийти и вот сюда кинуть. Специальное отверстие есть. Так, а это оферты, это разные предложения.
Вот, например, бралка предлагается, автомат. Что же мало? И стиральная машина. Перевод, это бралка. Так, ледники предлагают. Ледник – это холодильник. Ну, интересно вообще. Так, все, пойдемте. Пойдемте дальше. Кауфланд. Кстати, я вам его не снимал почему-то. Здесь вот пекарня, тут всякие вкусности продаются. Здесь вот в эти шкафчики можно положить пакеты или что-то еще. Ну, торговый центр такой, как у нас торговый центр. Ничего необычного нет. Вот мы приехали за продуктами, нам нужно купить продукты. Вот это вот отдел фрукты. Вот, Алекс, привет, скажи. Алекс в маске. Кстати, тут, ребят, нужно обязательно надевать маску. Вот такой автомат, вот смотрите. Вот здесь дезинфицировать руки. Все прошу. Я рассказываю, меня женщина ждет сзади, стоит, когда я закончу. Пришлось извиниться. Вот, смотрите, ананасики, например. 13,99 стоит. Так, лимон 4,79. Так, вот по акции что-то есть. Сливки. А, вот сливки такие молочные, сладенькие. По 2,99. 1 килограмм. Сливы, вот виноград большой. Интересные штучки всякие. Клубника. Ой. Кому интересны цены, я могу в следующий раз вот масло подсолнечное, могу поехать и вам снять. Ну, если вам нужно, я не знаю. Вот киви по 1,79 киви. Одна штучка стоит 1,79. Вот. Всякие соусы, приправы, масло. Вот, смотрите. Кнор, всякие-всякие разные, корейские приправы, соусы разные, то есть здесь вот сушеный грецкий орех, сушеный чернослив и так далее, пепельные семечки всякие разные, урюк, очень много, орехи. То есть я это вам показывать не буду. А, кстати, семечки продаются только вот в таком виде. Видите, какие? Жареных нет, есть сырые. Надо самим жарить, вот они разные. Видите, вот в шелухе тоже есть. Стоят 3,99. Есть вот такие по 1,29. Такие вот всякие семечки. Но они не жареные, их нужно жарить. Жареных семечек тут вот я не видел. Может быть, их вообще нет. Так, новинка какая-то, вон, новинка. Миндаль, что ли, в таких пакетах? Может, это новинка? А, вот сушеные яблочки, кусочки сушеных яблочек. Видите? Миндаль, орех, всякие разные. Земляной орех. Ладно, все. Кешью орех. Все. А то мне некогда. Если вам нужно знать цены, вот сок, соки вот в таких больших коробках, вообще в огромных 5 литров. Если вам интересно что-то знать, напишите мне, я вам потом сниму видео и расскажу. Вон весы, где люди взвешивают свой товар, и потом выходит там ценник, вы его приклеиваете. Так же, как у нас в Ашане, в некоторых продуктовых торговых центрах всяких разных. То есть, точно так же, как и есть. День добрый! Дlaczego pani у нас нагрыва? Так. А dlaczego? Это... Видео для пшечел с Рости. Пьянкна. У вас добже. А, на такие засады. Склеп, так. Ну, бо wie pani, że zwracają uwagę нам клienci, że nie życzą sobie po prostu, żeby ten. Więc proszę tak szybciutko, żeby... Wie pani, o co chodzi. Bo tak to klienci no nie życzą sobie, żeby po prostu i nagrywać. Dobra? Dobra. Все, я выключаю. Да, кстати, вот я в России ни разу не видел таких вот мешанка, смотрите. Вот такая банка. Внизу горошек, а сверху морковочка. Вон, видите, интересно, да? По 3,49. А вот, ребят, рыбный отдел. Вот весь вот этот, видите, баночки. А вот питалик. Рыбные разные. Салаты, паштеты. А вот Виталик.
Поздоровайся со всеми. Вот он. Яблоко раздора. Наш. Почему? Почему? Алекс прикалывается, видите. Вот в таких баночках есть паштет, например. Такие вот баночки. То есть, ой, вот этот вот весь отдел, это все-все рыбные паштеты. Соленая маринованная рыбка. Такие вот консервы. Такие паштеты в коробочках. Там внутри банки. Такие вот. А вон они наши. Вон Алекс. А вон ежик. Ладно, все. Пошли мы заниматься делом. А то я только снимаю, они бедные замучились уже. Будут мне потом опять говорить: кот, ты не участвуешь в жизненных делах. Ребят, у меня разрядилась камера и написано, через 30 секунд отключится. С вами был Чешир. Пока-пока.